Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Парк Динозавров. Забрать вознаграждение. Забрать. Так, нам выпала ДНК. Просто сказка, дарим до 60% премиума. Нет, спасибо большое. Ух, ёк, Макарёк, что у меня тут происходит? Ты посмотри, какой свинарник у нас тут творится. Так, пускай они поиграют здесь. Немножко им веселье хоть преподать. Ёпрсты, ты посмотри. Да уж, вот это мусора. Все чистим начисто. Стоило не зайти пару дней, да, и вот такой вот у нас тут свинарник происходит. Да, парень, я с тобой полностью согласен. Тут только лишь остается разводить руками. Господи, это и туалет нужен, туалета нету. Так, здесь забираем, тут чистим. Все абсолютно чистим, вычищаем. Так, пускай поиграет. Так, это мы закрываем. Так, что у нас тут? Поливка. Этот бедолашка тоже тут у нас одинокий стоит. А эти-то что у меня? Грустные. Давайте, давайте, играем, играем. Все, здесь поливка. Так, ларечек открылся. Здесь забрали. Это все полили. Все, да? Нет, не все. Так, давайте, играйте, веселитесь. Фух. Так, этому нужна еда. Ну что, давай его покормим. А как его покормить-то, я не понял. Так, ну вот. 5 посетителей у нас. Подожди, ну как же нет туалета? Вот же туалет у нас. Девчуль, ты чего ищешь-то? Вот же он. Так, подожди, у нас тут одно ДНК. Одно из 6. Вот твои ДНК-части. Нажми на одну часть, чтобы узнать подробности. Часть бронтозавра. Бронтозавр один из самых крупных завроподов. Его основной пищей были растения, а вес его достигал примерно 300 тонн. Представляешь? Обменяй ненужные тебе части на янтарь, который ты можешь использовать для того, чтобы получить другие части. Но у меня нет излишков, поэтому уж извините, пожалуйста. Значит так, нам нужно с тобой посадить 10 цветочков. Ну, пускай это будут даже елки. Пускай это будут даже елки. Мы сюда вот, в принципе, можем. Да? Елки посадить. Так, еще нам нужны вот эти штуки. Только вот в разных местах бы их как-то установить. Ну, даже вот, например, здесь поставим. Можешь же поставить? Можно. Слишком много тоже не надо. Это же мусор у нас, насколько я помню. Да, это для мусора. Так, и еще одно. Вот здесь вот место занято. Слушай, а я могу здесь вот расчистить, например, место? Вот убрать вот эту штуку, можно же? Вот и все. Так, а сюда поставим с тобой вот эту вот мусорку, так сказать. Все, пускай она там стоит. Теперь вот эту вот. Куда мне ее поставить, скажи-ка мне на милость. Здесь нельзя, здесь нельзя, здесь нельзя. Здесь можно. Так, замечательно. Кормушка специалиста. Построй 5 кормушек. Все, я построил 5 кормушек. Но здесь у меня никого нету. А динозавра нового нету, к сожалению, пока. Так, что у нас тут? С цветами. Ну, с цветами будет все попроще, намного проще, поэтому... Сейчас мы здесь. Так, а вот это что? Это, видимо, декор. А декор куда тут можно поставить? Хм, интересно. Вот здесь можно. Почему именно здесь декор ставится?
Есть контакт, замечательно. Вольер и специалист. Так, перетяни что-нибудь в игру, чтобы купить. Ох ты, активирован, ребята, новинка. Уровень 6. Вот это я понимаю. Так, и у меня награда. Смотри, Дуся, это твой новый дом. Разве он не прекрасен? Мы с Гошей будем часто приходить к тебе в гости. Это еще кто такой? Давай поищем друзей. Задание: пригласи друзей, итого 5. Если тебе хочется пригласить кого-то из знакомых, дай ему свой ID службы поддержки или имя пользователя. Нажми на шестеренку, чтобы узнать свой ID службы поддержки. Твоему другу нужно указать твой ID службы поддержки или твое имя в приглашении. Готово. Так, все, я понял. Значит, у нас с тобой есть новый динозаврик. Только вот где он? Так, здесь выполнено. Здесь выполнено. Вот, смотри, у нас с тобой такого не было. Ух ты. Друзья мои, у нас 6 посетителей уже. Ты гляди какой. Так, незваный гость. Готов поспорить, что да, послезавтра у вас не появится в парке еще 10 посетителей. Готов он поспорить. Так, нам надо хавчика с тобой сюда навалить. Так, и он у нас один. Так, что у нас тут? Шкала посетителей пополняется благодаря новым динозаврам и посетителям. Как только шкала полная, в парк приходит новый посетитель. Строй ларьки, чтобы посетители могли купить все, что им нужно. Так это я уже знаю, это я в курсе. Мне бы вот посмотреть, что нам по динозаврам. Так, слушай, давай еще посмотрим, что у нас тут. Вот же, что такое? Это фиолетовая орхидея. Ага, у нас и этот еще есть. Давай-ка разместим. Ребята, 7 посетителей уже. Хе. Он там что-то про 10 говорил, да? Блин, почему вот этот малыш не растет никак, я не могу понять. Ох, ты опять вот тут намусорили. Блин, здесь нужно поставить урну. Вот что я тебе скажу. Так, а если я, например, вот эти вот... Куда эти цветочки можно... Вот, вот здесь вот они, наверное, будут неплохо смотреться. Что, только один я могу построить? Так, динозавры. Вольеры. Опачки. Колесо лук дает бонусные очки опыта. И в вольере тебе не нужно больше играть. Так, подожди, купить. А куда я могу это поставить? Кто будет здесь бегать? Вот вы? Хорошо, ну-ка давай проверим, как тут. Будете на нем бегать. Так. Игровые приспособления развлекают животных, а ты получаешь бонусные очки опыта. Вот я хочу глянуть, как они будут сейчас тут. Так, подожди, может быть, я неправильно установил? Вот сюда вот поставим. Колесо лук. Ага, во-во-во, ребят, смотрите. Это, знаешь, что мне напомнило? Хомячки, у хомячков такая же штука есть. Слушай, ну это прикольно. Так, а что у нас здесь? А, это 5 друзей позвать. Поиск, давай. Джуди, Кэтлин, Яхио. Все, выполнил. Выполнил, ребята. Друзья, это прекрасно. Что это такое? Настоящие динозавры? Какие милашки! Тебе стоит сфотографировать их и поделиться снимками. Так твой парк станет еще популярнее. Смотри, я покажу, как можно сделать отличные фотографии динозавров. Кстати, меня зовут Лиза, очень приятно. Мне тоже, Лиза, приятно. Камера готова? Скажи Гипси. А теперь поделись 3 снимками. Открой камеру, выбери хороший вид и сфотографируй. Теперь я еще могу фотографировать, оказывается, их здесь. Прикинь. Так, слушайте, ребятки, а куда... Ну-ка. О, чик.
Ну-ка, я вот хочу вот здесь вот, когда он будет бегать. Но. И как назло, никто не хочет бежать, да? Нет, один вроде бежит, 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 бежит. Давай, занимай место. Ну, прыгай, прыгай, не боись, не стесняйся. Вот, молодец. Чик. Так. А поделиться что, в реальности, что ли? Да, получается, в реальности нужно делиться с фотками. Так, ладно, я, наверное, сейчас еще где-нибудь фотку. О, вот здесь вот. Чик. Прекрасно. Так, ну что, друзья мои, я сделал, поделился фотками. Моментально фотосъемка. Да, у тебя талант. Конечно, талант. А по-другому и быть не могло. Так, что нам здесь нужно сделать? Шкала посетителей. Ага, нам нужно 10 посетителей сделать, чтобы был. Ох ты, новинка. Кактусы какие-то у нас тут. Кактусы, это хорошо. О. Отлично. Так, что у нас еще? Ох, ёк-макарёк. Ты посмотри, у нас какие тут с тобой есть растения. Новинка. Так, замечательно. Цветочки, все сделано. Ты можешь перетягивать объекты до тех пор, пока тебе не понравится расположение. Замечательно. Отличное. Ну и парочка дополнительных доходов нам не помешает. Светлана Арнольдовна будет нами гордиться. Светлана Арнольдовна. Конечно, будет, куда она денется. Господин директор, зайдите ко мне, пожалуйста. У меня есть для вас сюрприз. Сюрприз? Для меня? Я сейчас вернусь. Я как раз собирался приобрести стирокозавра. Может заняться этим? Так, найди нам стерекозавра и не забывай развлекать своих динозавров. Это, конечно, хорошо. Дела у нашего парка идут просто прекрасно. С самого детства я хотел иметь стегозавра. И вот моя мечта скоро может стать явью. Поможешь мне исполнить мечту детства? Стегозавр отлично подойдет к нашему парку. Так, имея одно животное стегозавр, разместить кормушка лесостепь и того один. Так, ну, я так понимаю, мне надо будет для этого, скорее всего, сделать загон. Наверное. Так, у нас тут еще, смотри, скамеечка. Есть вот такая. Хм. Так, а у нас вот эта новинка. У тебя нет подходящего... Вольера не хватает. А вот у нас вольерчик с тобой. Так, я не могу выше-ниже. Я же вроде бы... Так, куда бы мне тут... Да куда ж ты поставить-то, а? Давай вот здесь вот. Ать! Ух, ё-моё. Так, имея предмет песчаный вольер. Я сделал песчаный вольер. Ускорим или как? Наверное, не будем, да, тратить? Подождем уж 5 минут. Так, тут еще какая-то клумба у нас. Новенькая. Так, подожди, клумба. Так, вот это вот надо нам перенести с тобой. Куда-нибудь сюда, наверное, пока. Потому что здесь дорога. Да ёк-калмар, я же сказал перенести. Или вообще убрать ее. Продать. Так, а мне вот нужно дорогу. Так, давай вот сюда. Продлим, так сказать, да? Все, пока больше никуда не надо. Здесь поставим раз. Так, это пока чистится у нас. А что мне можно еще сделать? Так, здесь еду. Хотят кушать. Так, у этих-то есть веселье. Этим-то хорошо. А вот где мне взять... Ох ты, 6 тысяч... Ёк-макарёк, ребята, мы его можем купить. Мы можем купить тебе стегозавра. Ну, как ты понимаешь, вольера пока у нас нету.
Вольер, точнее, есть, но он... Давай закончим его по-быренькому. Интересно, здесь стегозавр будет хорошо? Нет. Для него нужен вот этот вольер, оказывается. Поставим его здесь. Отлично. Ну-ка. Ускорим. Так, а что здесь такое? Есть и... сюда же дорогу нужно. Сюда нужно поставить дорогу. Нет, ну я хочу, например, здесь поставить. Вот. Я понимаю, что нет дороги. Сейчас мы сделаем тебе дорогу сюда. Где это ее можно? Ее можно, в принципе, вот здесь построить. Дорогу, да? Ну, так. И, например... Так, ну что, обязательно что ли должна вот прям вот... Вот так вот можно будет согласиться? Отлично. Так можно. Теперь мне нужно... Так, куда... Ага, вот здесь. Вот здесь мы с тобой ставим этого... Так, ребята, у нас, по-моему, 8-й посетитель. Уровень 7-й. Отлично. 7-й уровень, забираем с тобой награды. Добрый день, какая сегодня шикарная погодка. Хотел заглянуть к Дуси, как у нее дела? У Дуси все отлично. Кто такая Дуси? Это вот, наверное... Значит, это вы тот сумасшедший, который хотел вырастить дейнаних в своем саду. Ха-ха, сумасшедший. Ну, это как посмотреть. В любом случае, я рад, что ей здесь нравится. Вы молодцы. Правда, мне кажется, что ей немного одиноко. Приятель, с которым бы они могли вместе развиться, ей бы не помешал. Отличная идея, тогда за работу. Так, выбрать подарок. Выберите подарок в честь нового уровня для себя и друга. Слушай, я думаю, что для себя и друга мы разыграем, наверное, часть игровой ямы, песок. Не переживай, Дуся, у тебя скоро появится друг. Задание: имей двух животных, дай на них, расставь 20 декора и имей предмет места для шашлыков. Да. Так, ребята, а у нас, кажется, кто-то появится сейчас. Ох ты, красавец ты мой. Стирокозавр разморожен. Ух, вот это я понимаю, ребята. Вот это круто. Слушай, а не маленький ли для него загон? Посмотри, какой здоровый, если вот это вот людишки идут. Посмотри, какой он, офигеть можно. Этот по сравнению с ним вообще малютка. А про этого, вот про этого я вообще молчу. Так, слушай, нам сюда нужно с тобой поставить... Да. Купить. И мало того, что купить, а еще и поставить его надо. Так, где он там у нас? Подожди. Вот он. Да нет. Можно мне просто его поставить? Как-то место занято. Все, друзья мои, 10 посетителей или сколько? Нет, 9 пока еще. Так, может, тебя погладить надо, а, малыш? Только появился, уже сразу погладить его. У меня старички. Так. Да, все, погладил его. Так, а что это у нас еще, да? Еще ДНК. Так, смотрим, что у нас еще. А вот это что такое? Железный забор, золотой. Так, да и на них нужно еще одного купить. Покупаем. И вот сюда-то мы его ставим. Ать. Друзья мои, 10 посетителей из 10. Шикарно. Прекрасно, у нас есть 10 посетителей, у нас все получилось. Вот Дворцов удивится, а вот он сам.
Невероятно. От посетителей в зоопарке отбоя нет. Раз так, то я с радостью продам вам участок. Продать? Но вы ведь обещали подарить нам его. Так, что он там? Правда? А, ну что же, забирайте, однако последнее слово я оставляю за собой. Он явно не умеет проигрывать, но это не сможет испортить нам хорошее настроение. Однако ругаться с Дворцовым не стоит, раз ему принадлежат все участки в округе. Так, друзья мои, удивительно у вас получилось. Так, нам ох ты, нам доступно расширение. Точно, ха-ха-ха. И это круто. И это, друзья мои, круто. Так, что это у нас тут такое? Наши личные успехи. Допустим. Подожди, а где-то я ведь могу забрать что-то, так ведь? Ну, пока что-то я не вижу. Что тут можно забрать? Так, новинка. Пока здесь у нас больше ничего нету. Так, чтобы вам, ребятушки, поставить сюда на развлекалово. Можно вообще вам сюда что-то... Ой, не надо, не надо удалять ничего. Вот что, зачем удалять? Так, песчаная дорожка. Эти хотят кушать. Или у них там есть уже еда. Так, а вам-то? Вам-то нужно же поставить... Слушай, а я могу еще одно колесо поставить? А вот сюда вот можно, например, его влепить? Можно. Я даже скажу больше, нужно. Твоя награда. Так, мы с тобой получаем какой-то сундук. Сюрприз. У Светланы Арнольдовны сегодня хорошее настроение, и в благодарность за хорошую работу она подарила маленький стикозавр. Это вот здесь вот стикозавр маленький будет у нас. Что это? Ларец с сокровищами? Да, он остался еще после последнего взрыва. Не знаю, что там, если хотите, отдам ее вам. Может, найдете в нем что-то полезное. Как здорово. Давай откроем прямо сейчас. Что же там может быть? Я весь в предвкушении. А как я в предвкушении? Так, ребята, откройте три ларчика. Открой меню и нажми на ларец. Купи ларец и открой его. Так, переверни 4 карты и забери вознаграждение. Ага. Так, открыть. 4 карты, да? Раз, два, три, 4. Забрать вознаграждение. Хм. Так, мы можем купить еще с тобой ларец. Открываем. Ну-ка. Так, это ДНК, это мы должны собирать с тобой. А тут почему-то... Ага. Так, а если я еще куплю последний, третий ларец? Открыть. Сколько нам ключей дают? Я не разглядел. Так, так, ох ты. ДНК нашли на динозаврика. Все, ноль ключей. Ценные сокровища. Невероятно, в этих ларцах столько всего полезного. О, мы еще один ларец выудили, прикинь. Открыть. И что же в нем? Так, что это такое? Ох ты, парк какой-то аж прям. Ух, ДНК. Замечательно, друзья. Так, что вот это такое? Новинка. Подожди, это как выглядит-то примерно? Ого. Это аж прям... Шашлычка аж какая-то, да? Или как назвать, я даже не знаю. Как бы мне так поставить, чтобы потом еще дорожку туда протянуть? Возникла ошибка, пожалуйста, закройте приложение и запустите. Блин. Так, ну что, вот здесь мы с тобой... Построится оно или нет? Так, ребят, что-то вообще глюканула игра, к сожалению. Ладно.
Ладно, ничего страшного. Давайте мы, наверное, тогда с вами на этом закончим. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!